О, агент Вилма. О, агент Кук. Ты выбрал отличный день для опоздания. Там какая-то шишка из Вашингтона. Не знаю, в чем дело, но кажется, что-то серьезное. Тогда почему бы тебе не выпить вторую чашечку кофе, а потом не зайти ко мне? Уилмор. Агент Уилмор, зайдите ко мне в кабинет. Входи. Это замдиректора Скиннер. Агент Уилмор, сэр. Пропали два моих агента, Фокс Малдер и Дана Скалли. От них ничего не слышно уже три дня. Я очень обеспокоен. У них роман? Я не знаю, не думаю. Где вы их видели в последний раз? В моем офисе в Вашингтоне, перед тем, как они уехали. Над чем они работали? Я не уверен, но, судя по бумагам, они направлялись в Эверетт, штат Вашингтон. Эти агенты могли действовать с высокой степенью самостоятельностью в связи с выполняемой ими работой. У вас есть номера их сотовых? Вы найдете их в досье, но они не отвечают. Раньше они вот так пропадали? Нет, никогда. У них был роман в прошлом? Я же сказал, я не знаю, я не верю в это. Тебе нужно посетить эти места. Должен ли я вести Кука в курс дела? Как хочешь. Ты знаешь политику бюро по этому вопросу. Я бы посоветовал использовать все имеющиеся ресурсы. Что мне делать с текущими делами? Отдай их Куку, я знаю, что он занят, но это срочное дело. Разошли объявление о пропаже Малдера и Скалли в полицейские участки, а затем передай свои дела Куку. Скиннер скоро присоединится к тебе. Так, ладно. Что случилось? Ты не можешь держать все в секрете, ты должен сказать мне, что произошло. Пропали двое агентов. Из Вашингтона. Малдер и Скалли, мужчина и женщина. Три дня назад. Есть новая почта.
Эй, партнер, как дела? Эверетт, как ты провел там неделю? На чем ты сейчас работаешь? Подпольные производители наркотиков и вооруженные группировки снова проявляют активность в северных каскадах, ну и помощь ДА в деле о лабораториях. Но я справляюсь. Почему эти агенты не связались с нами, когда приехали в Сиэтл? Хороший вопрос. Может, потому что работали в Эверетте? Я не знаю. Шанкс велел передать тебе мои дела. Великолепно. Спасибо, милый мальчик. Я предлагаю начать с мотеля, где останавливались Малдер и Скали. Я буду ждать вас в машине.